такая я... Мам, правда, не то, что в классе за партой. Протертом бардуке, сколько в глазах азарта. Я верю в лучшее завтра, бесспорно. В платье этом не буду второго сорта. Гордо перед ними пройдусь, и пусть ослепит их блеск глаз, губ, пуст, русых волос, локон ловко уложен, отметят словом броши, за которой полгода не ела в школьной столовой. Клево, они меня полюбят, ого-го как, и не посмеют класть на стол чертовых кнопок на уроках. Оставят в покое мои коты записками, засыпят в их глазах, я буду колоссом. Без вопросов, утру носом, я не безвкусно. И впредь будут видеть, хотеть на последующих тусах. Буду самой собой, плевать на злой рок мой. И пусть попробуют только сказать, что я изгой. Вот гады подняли насмех, день был гадок. Идут годы, и вот уже разменен третий десяток. И далеко не сладок, а садок у ног моих сверстниц. Либо дочь, либо сынок, брык-скок. А для кого же мой сок, мой бог? Или потенциал иссяк, изсох, ты издох. Итог подводить рановато пока, ведь есть места, где можно еще поискать мужика. Музыка бэм-бэм-бэм, в зале дэм-дэм-дэм. И я готова быть с любым бэм-бэм, и с ним, как Ким. Для меня каждый медляк, одна в центре зала, стою вокруг из пар петля. Голяк, дайте мне хотя бы полного нуля, пусть тряпка и хиляк в кармане дуля. Сулят годы быть одинокой бабулей, мой принц, видимо, сегодня зарулил другой клуб дурень. Какой-то странный день, так непривычно тепло. Луч солнца слепит глаза, идя напролом сквозь стекло. Вставать не в лом, скрип качели и гул за окном. Звучит как-то мило, а не как назло. Слово за словом, дворника брань снова. Жили с тела, как века поэзия золотого. В то время, как бабуля была готова сесть на скамью. Из ниоткуда донеслось, я вас люблю. Это что, глюк или отслю? А ну просыпайся, по плечу похлопал дед Егор деловой, как сто китайцев. Букетом и кольцом, откуда узнал размер пальца. И на седьмом десятке люди женятся, случается. Дед Егор и баба Тамара рванули в ЗАГС и расписались, невзирая на старость. Ну а потом дети, машина и дом. Я не люблю истории с плохим концом. Дед Егор и баба Тамара рванули в ЗАГС и расписались, невзирая на старость. Ну а потом дети, машина и дом. Я не люблю истории с плохим концом. Минус на нет. Всем спасибо за внимание и за поддержку. Сейчас я разберусь с проводом. Да, попытаюсь с ним разобраться. То, что будет дальше, я не знаю сам, потому что это просто фристайл. Главное, припев. Раз, 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 йоу. Раз, раз, раз. МС Пин здесь, а значит все будет как надо, не жестоко, если Пин здесь, толпа качает, а не стоит на месте. МС Пин здесь, а значит все будет как надо, не жестоко, если Пин здесь, толпа качает. Ребята, пожалуйста, я вас очень прошу, качаем, меня выручаем, я дам вам денег на чай. Если вы, конечно, попросите, я буду биться отчаянно. Здесь плачу, так вот. Случается иногда такое, то, что я читаю отстой, но тем не менее не стать мне в рэпе героем. Потому что я настроен сейчас только положительно, и не приходится раз на раз. От моих фраз вам не увернуться, придется одеться в бутсы. Подвернется мне скинхед, он будет лысым, и я сыграю круче, чем классная актриса. Я покажу ему, как надо бить душу, и он тоже захочет мою рэпчину послушать. Ни разу, ни два, ни три даже. Ребята, он лежал где-то там на блиндаже. Я устал уже, но буду продолжать далее. И сейчас разберу дубинский рэп по деталям. Я хочу, чтобы вопнулся пошок Италии. А вы такого не видали, мы улетали в такие дали. Сам не знаю какие. Ну ладно, сейчас беру мои стихи, но накладываю я стихи свои дали. А я хочу, чтобы мне кто-нибудь дал тему. Быть может, тогда попрет нормально, подожди. Я хочу тебе дать тему. Давай тему. Твоя тема — это структура. Структура. Не, дайте мне другую тему в натуре. Эмо. Ты дурень. Эмо, хорошо. Раз, 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 раз. Многие говорят, что они полное чмо. Я сейчас говорю про эмо. Они очень эмоциональны, иногда радостны, а иногда печальны после секса анального. Если приходится, иногда такие вещи не сходятся. Бывает несуразица, ребята. Так вот, эмо — это пиздата, потому что иногда огребают пизделей от тех же скинхедов лопатой. Иногда от бородатых, такое тоже бывает,
особенно когда не даты. О, я понял. На самом деле, когда Финн в Патриоте, он будет читать фристайл не про Эмма, а про готов. Они предпочитают любовь к гробу, любви до гроба. Уроды. Почему же так выходит? Твоя тема и синтуки. Чего? И синтуки. И синтуки. Так вот, после того, как мне отбили почки, я пошел и в аптеке купил есентуки. Какие-то лаки мне посоветовали это. Я не знаю, что дальше говорит сверх куплета. Так вот, целое лето я их пропил. И тем не менее, мой стайл вам стал не мил. Потому что текила вставляет гораздо круче, чем есентуки. И в итоге мы получим то, что захотим, получку или зарплату. Так вот, от есентуков не буду я датым, ребята. Я буду дата только от водяры, а потом запью ее ягуаром. Да нет, шучу, вовсе я не алкаш. Просто хочу показать, что такое кураж. А после меня настоящий фарш устроит никто иной, как великий МС Карандаш. Вам это известно, да, действительно. Я не хотел за счет него никак вылезти. Мучительно, просто для меня это время. И я уже давно не хочу тянуть время. Хочу уйти со сцены. Спасибо за поддержку, мне пора. Классная детвора. Ну все, теперь я объявлю Супермен и Карандаш мне покажут настоящее мастерство. Вот.